Новосибирские представители дагестанской диаспоры во главе с советником председателя Народного собрания Республики Назиром Генджиевым провели акцию в честь наступления священного месяца Рамадан. Всем прохожим они раздавали всероссийскую газету «Ас-Салам» и буклеты с самой необходимой информацией об обязательном мусульманском посте. Ну а представительницам прекрасного пола еще и дарили цветы. Акция направлена на объединение людей вне зависимости от их вероисповедания и национальности. Новосибирцы остались под приятным впечатлением и узнали намного больше об исламе.